Привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас распаковка заказа с сайта Рандеву. Много интересного. Итак, поехали. Да, все отлично упаковано, приходит и очень быстро. У меня очень интересные средства по уходу за волосами, точнее для объема, чтобы корни не жирнились. Я надеюсь, что они оправдают мои ожидания. Во-первых, что заказала? Это пенка Аравия. У меня уже Крестюша пупырочками шуршит тут. Это пенка Аравия, которую повторяю, девчонки. Вот вы видели, чтобы я повторяла продукт? Вот и я не видела. Значит, это вообще супер. Безумно, девчонки, Аравия Лабораторис понравилась эта пенка. Она стоит всех своих денег. Она нереально крутецкая. Здесь большой объем. Кожа после нее, ну вот просто, как у младенца. Понравилось, действительно понравилось, поэтому повторила. Обалденно. Сейчас информацию вам покажу, кому интересно. Вообще у Аравии много годных продуктов. С муцином улиточки она у нас. И экстракт гинго белого. Вот, правильно сказала. Так, состав я вам показала уже. Дальше поехали. Больше тканевых масочек набрала. По 30 рублей, девчонки. Шикарнейшие маски просто. Просто шикарнейшие. По 30-40 рублей. Где еще за такие деньги вы найдете? Так, это подарочки, как всегда, Рандеву кладут. Это у нас что-то новенькое. О, шампунчик, смотрите, какой-то на пробу. Кто-нибудь, если пробовал такой, напишите. Вот это, по-моему, у меня уже было. Я всегда... Так, Джим Миракл. А, Бабл Маска. Вот эта маска классная, она была, да, вообще крутая, вообще суперская. Так, вот еще тканевая масочка. Вот еще тканевая масочка. Заказала свои спонжики любимые, типа как в Фикспрайсе. Но они овальные вот такие. Классные, я их очень люблю. И тоже очень бюджетно на Рандеву. Так, дальше, девчонки. У меня декоративочка здесь есть. Смотрите, это у нас, уже забыла что, господи, спрей солевой текстурирующий для волос. Вот сейчас как раз помыла голову и что-нибудь будем сразу тестить. Котен, открой, пожалуйста. Это Зайтун. Вот прям очень классные на сайте отзывы на него. Захотелось потестить. И еще для волос вот такая штука от Алин. Это у нас матовый воск для волос сильной фиксации. Мягкий, пластичный матовый воск для создания структурирования укладок и формирования ярко выраженной текстуры волос. Создает прекрасный объем и препятствует ломкости волос во время укладки. Не оставляет жирных следов, обеспечивает сильную, но подвижную фиксацию и сухой матовый блеск. Подходит сухой матовый блеск, это вот считается вообще трендом этого сезона. На волосах. Подходит для коротких волос, волос средней длины. Небольшое количество воска растереть в ладонях, приступить к укладке. У меня был похожий продукт, тоже от Алин, и вещь была классная. Так, дальше. Дальше море зубных щеток. Так, это у нас для Криски новенькая вот такая детская щеточка. Это у нас для, по-моему, Ксюшки. Какая-то Женя, какая-то Ксюшки. Да, вот Женя вот такая от Биомед. Неплохая вроде щеточка. Держи. И Ксюшки. Так, и Ксюшки вот такая вот тоже интересная. Тоже от Биомед щеточка новая. Так, вот он спрей, девчонки, Зайтун. Так, информация. Способ применения. Распылите на сухие или влажные волосы по всей длине. С помощью пальцев придайте волосам объем и желаемую текстуру. Дождитесь полного высыхания. Ну, а феном-то можно сушить потом? Что-то не написано. Дождитесь полного высыхания, а феном просушить. В общем, вот такой. Сейчас буду пробовать. Я сейчас буду пробовать уложиться с ним феном, а после, наверное, воск или наоборот. Сейчас подумаю. Так, дальше, девчонки, взяла вот такой дезик, антипреспирант, очень прям тоже классные отзывы. Грейс, наверное, бренд, натуральный дезодорант, и он очень интересный, без парабенов, алкоголя и алюминия. Смотрите, тут по-русски, наверное, вот наклеечка есть. Это Грейс, да, дезодорант кристаллический, алоэ вера. Вот очень интересно, сейчас распакую, посмотрим. Так, дальше, у нас с вами вот такая вот... Мицеллярная водичка Физиопюр называется. Тоже очень хорошие отзывы. Хочется попробовать. Насыщенный кислородом магний. Смотрите, как интересно. Для очищения кожи и снятия макияжа. Чистота и нежность. Вот такая мицеллярочка. Кто пробовал, рассказывайте. Отзывы прям тоже на нее классные. Так, дальше у нас с вами Дейзи. К этому уже взяла вот такой вот фаз-спрей «Сила притяжения». Все перемотано, упаковано хорошо. Так, у меня здесь накладная. И, девчонки... Вот такой интересный продукт. Это Vivienne Sabo тени. Тени матовые для глаз. В оттеночке 0,6. Жидкие матовые тени. Захотелось у них попробовать. Отзывы тоже неплохие. 24 на 7. Сейчас просвочу, а потом еще будем делать макияж. На глазках покажу. Оттенок, ну, слушайте, очень крутецкий.
Вот прям очень крутецкий. Немножко неправильно вам передает камера. Сейчас попробую свет отключить. Но прям классный. При естественном освещении. Ну, пыльная роза, розовый тауп, не знаю, сиреневый вроде где-то есть подтон. Но красивый, красивый оттеночек. Вот камера, давай, передавай нам достоверно. Не хочет фокусироваться. Вот, вот. Такой вот классненький. И вот так выглядит дейзик. Смотрите, какой интересный. Вот я его открыла. И у него практически никакого аромата нету. Я не чувствую, девчонки. Смотрите, какой. Попробую, попробую, поношу, как бы расскажу. Смотрите, какой тут интересный способ применения. Здесь нужно смочить дезодорант водой и нанести на чистую кожу в области подмышек. А я и думаю, что он такой вот твердый, сухой, и не помажешься. В общем, сейчас буду пробовать. Пробовала потереть тени, а вообще как влитые сидят. Пробовала водой смыть, тоже не получается. Годный, слушайте, продукт пока вообще супер. Решила не применять два средства сразу для волос. Сделала пока солевой вот этот спрей Z2. Нанесла его и на корни, и на длину, и посушила прохладным воздухом феном. Ну что могу сказать, пока классно, они так здорово блестят, они хорошо лежат. Они подвижные и какие-то плотненькие вот. Прям плотненькие-плотненькие такие. Классные. Рука не застревает. Но у меня и так не застревает, в принципе. Несмотря, что кончики пожженные, они не секутся. Просто я люблю такой всегда творческий беспорядок на голове. И поэтому в последнее время редко укладываюсь феном. В целом, вот, ну, неплохо. Но покажет завтрашний день гораздо больше. И потом тогда еще потестируем с вами вот этот вот воск для волос. Потому что именно завтра с утра вот я увижу, будет держать объем корень волос или не будет. И как они вообще будут выглядеть. Пока вот так руками трогаешь, приподнимаешь и прям хоп, объемненько. То есть пока нравится, прикольно. Посмотрим завтра. Жидкие тени Vivien Savo на глазах и на губах. Я так люблю такие универсальные продукты, супер. Это мой оттенок, я его безумно люблю, он мне очень нравится, он мне идет. У меня с ним, наоборот, глаза выглядят не заплаканными, а белок выглядит гораздо голубее. Вот это особенность моих глаз. И он же на губах. Очень крутецкий нюд, кстати. Камера вам немножко, мне кажется, во, вот так, да, вот так правильно. Угу, вот так. Классный вообще. А его отличие от Luxe Visage. Он более бархатистый, и с ним веко не выглядит зажеванным. Хотя и те тени я тушую на веки, да, кисточкой. То есть наношу определенное количество и растушевываю. Но вот здесь более бережный, что ли, так сказать, финиш. Был у меня оттенок теней Luxe Visage, который я наносила тоже на губы. И он сразу подчеркивал все морщинки. Здесь отнюдь нет. У меня губы были гораздо суше до нанесения вот этих вот теней. Сидят они как влитые. Посмотрю вечером еще по факту, как они себя поведут, когда макияж буду снимать. И обязательно расскажу. А они вот более... Они, у них насыщеннее пигментация, чем у Luxe Visage. И они разглаживают кожу. Они собирают ее, наоборот, в морщинки, как Luxe Visage. Luxe Visage не сильно морщинит, но, тем не менее, вот это вот есть в этих тенях. Тут вот пока нравится больше. Класс, вообще супер. По воску сейчас будем тестировать. Смотрите, как он выглядит. Даже не могу набрать. Он прям вот, вот такой. Вот прям вот такой. Я сейчас прям белый. Я прям сейчас совсем чуть-чуть распределю по рукам, распределю по волосам от корней, посушусь. И потом еще хочу на сухие возле корней прям распределить вот так по рукам. И возле корней немножечко добавить. Ну вот это другое дело. Вот это прям другое дело. Но с ним можно переборщить. Это я поняла, потому что я прям что-то много на корни нанесла. Он такой тугой, он такой упругий, он по волосам практически не распределяется. Кажется, что его все время не хватает. Но на самом деле надо совсем чуть-чуть. Как ты прядь уложишь, так она лежать и будет. Удочку, да, Кристине, сейчас, малыш. Вот, объем, сами видите. Кошку видала. Сами видите объем. Теперь под это средство надо сделать стрижку. Просто. Смотрите. Класс, класс. Вот это я понимаю, это то, что я хотела. Кристюш, подожди, малыш. Сейчас я дам тебе все. То есть вот как прядку вы захотели, так она и лежит. И в процессе носки, то есть вот сейчас они уже высушены, и я хочу, допустим, вот эту прядь, ну вот сюда побольше, пальцы себе уложила, все, да, где тут лежит. И вот эту прядку, допустим, хоп. Вообще прекрасно. Мне очень понравилось. Я даже сейчас добавлять на сухие, естественно, не буду.
Потому что и так шевелюра огромная. Но я завтра буду утром еще смотреть. Опять вот после сна у меня всегда показатель хорошего качественного средства для укладки. Поэтому все вам покажу, расскажу потом еще раз. А пока огонь. Правда. Будь здоров. Девчонки, попробовала сейчас мицеллярку. ЦВР. И что хочу сказать, это полный восторг. Вот полный восторг. Невероятно крутая кожа, после нее вообще супер. Во-первых, она сняла мой стойкий макияж, жидкие матовые тени, без эффекта панды и трения. Специально приложила, подождала, убрала вот так тушь, все. И тени. Я до этого другой мицелляркой пробовала их смывать. Вот эти, которые у нас с вами в заказе тоже, Vivienne Sabo. Там приходилось доубирать остатки пенкой. Здесь вообще все на ура. Мицеллярка огонь. Она просто шикарная. Еще в чем плюс? Ее можно использовать как тоник. Я так поняла. Я всегда мицеллярку потом смываю пенкой. Но здесь написано не смывать. Насыщенный кислородом магний, средство для очищения кожи и снятия макияжа, то есть два в одном, чистота и нежность. Написано не смывать, без парабенов, без спирта. Смывает все виды макияжа, в том числе и стойкий. Удаляет одним движением, вот полностью согласна. Эффективно устраняет загрязнение, насыщая кожу кислородом, без красителей, без мыла. Физиологический pH, легкая душка, протестирована чувствительной кожей под дерматологическим и офтальмологическим контролем. Она вообще не щиплет глаза абсолютно, специально смачивала диски прям обильно-обильно. Написано еще наносить утром и или вечером с помощью ватного диска. То есть и утром, и вечером можно вместо тоника пользоваться. Мне так понравился этот продукт. Мне даже вот сейчас вечером никакой уход больше наносить не хочется. Вообще великолепно. Помимо того, у меня еще на коже был SPF с тонирующим эффектом. Все идеально очистило. Вот кожа просто как бархат. Сначала показалось, что она как-то немножко что ли тяжеловата, а буквально через 5 минут кожа становится матовой, ухоженной и прям такой классной. Девчонки, вот как много зависит от хорошей мицеллярки. Вот действительно, вообще я влюбилась. Вот это прям мой любимчик. Лучше я никогда не пробовала. Вот серьезно, это самая лучшая мицеллярка, которая когда-либо мне попадалась. Потрясающая. Будет возможность, тут обязательно протестируйте. Слушайте, ну и по поводу пудры, воск Алин. Как видите, все отлично. Вот такой вот объемчик сохраняется и вечером. Руками немножечко поправил. Он возвращается на место. Прядку положил, как тебе угодно. И все отлично. И все прям отлично, и все замечательно. Поэтому воск мне понравился гораздо больше, нежели спрей солевой. Да? Прям вот буду пользоваться с удовольствием, с превеликим. Хорошо волосы лежат и блестят. Я не знаю, что такое матовый блеск, но они блестят. Классный тоже годный продукт. Вот это я как раз и хотела для создания объема, чтобы все прям было объемненько. Я люблю как-то так. Так, ну и на этом все, мои хорошие. Как всегда, промокод на скидочку 10% на рандеву оставляю вам под видео. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Ссылочки тоже оставляю. Всем приятных покупок и пока-пока.